сучка. Мы начинаем, братва. Рассказывай, что там у нас по-новому? Мы задержались, потому что готовили для вас новое реалити-шоу. 60 бойцов, 30 пар, 5 минут, 1 раунд. Лучшие из лучших идут в битву за хайп. И этот раунд может решить всю вашу жизнь. 5 минут, которые изменят их навсегда, вашу жизнь. Правильно говорю? Да, я люблю эти пафосные слова, потому что мы же делаем битву за хайп. Но все не так просто. Если боец победил, это не значит, что он идет в битву за хайп. Его судьбу будут решать уважаемые эксперты. Давайте посмотрим, кто это. Йо! Эдуард Вартанян, профессиональный боец ММА. Камил Гаджиев, Fight Nights, один из первых, кто создавал промоушены с боями в России. Да, братан, да, я скажу, и одноглазый боб Артем Тарасов. Это что-то новое. Такого я не знаю. Это в мире не делали. Реалити-шоу. Ну вот, хорошо, что начали. А если говорить о напутственных словах бойцам, то я могу сказать, что у нас задача — это выявить самого харизматичного, самого яркого, самого эффектного бойца. И сам факт, что вы победите, это не значит, что вы пройдете дальше в битву за хайп. Наша задача, чтобы вы максимально раскрылись и проявили себя, потому что у вас есть 5 минут, и используйте это время с умом. Отличный формат. Отличный шанс для всех, для ребят, для девчат. И ты знаешь, сегодня ты наконец-таки ответишь на самый популярный в последнее время вопрос. Как попасть на битву за хайп? Да, это правда. Да. Наконец-то появится возможность практически у всех, потому что в день в районе 2000 заявок со всех социальных сетей. Это почта, директ, комментарии, YouTube. Все хотят поучаствовать. Ну вот, давайте дадим эту возможность. В общем, что, крутой движ сегодня, делаем хайп, делаем шоу. Вот, я надеюсь, что все покажут реально крутые бои, крутые шоу. И самое главное, покажут себя как личность, потому что нам нужны наикрутейшие люди в битве за хайп. Этот парень замучил меня в директе, замучил сторисами. Руслан Гусейнов, 29 лет, 0 опыта. Челябинск, встречайте. Меня зовут Руслан. Для близких меня называют Рус. Мне 29 лет. Я из города Златоуст. Профессионального рекорда у меня никакого не имеется. Я всю жизнь занимаюсь самостоятельно. Тренировался в основе своя. В европейских тюрьмах. В общей сложности срок 5,8. В голландской тюрьме меня хорошо запомнили. А теперь у меня семья, двое детей. Я хочу изменить свою жизнь и быть законопослушным гражданином. Надеюсь, то, что я покажу хорошие, качественные бои. И что мой соперник не получит слишком много травм. Прямо сейчас против опасного хищника, зверя, просто убийцы, выходит Омар Нуруддинов. Тот самый парень с Москвы. Ему 18 лет, но ему есть что сказать вот этому сопернику. Давайте встречать его! Да. Омар Нуруддинов, мне 18 лет, по национальности я аварец, но я из города Москвы. Я пришел сюда с одной целью — получить по щам хорошенько. И вторая цель — дать по щам хорошенько. Опыта в единоборстве у меня недостаточно, я занимался всего лишь 3 года ММА. У меня 6 боев, 5 побед, все из них досрочно, одно поражение техническим нокаутом, меня забили как лоха. Постараюсь сегодня, чтобы этого не получилось. Это самая хайповая тема сейчас на Ютубе. Если ты здесь подерешься, даже плохо подерешься, тебя заметят, увидят и обосрут в комментариях. Парни, правила знаете, внимательно слушаем мои команды. Ты знаешь, что ты мне скажешь? Все хорошо. Внимательно слушаем мои команды. У вас один раунд, 5 минут. Мне нужен красивый и честный бой. Локти в голову в данном бою запрещены. Пожали руки. По углам. Тихо. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Все, 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 все! Красотище! Ой-ой-ой! Я нормальный! Все, тихо, тихо, тихо! Нормальный! Я знаю! Я нормальный! Да похуй на кровь! Все, все, спокойно. Давай, корми. Все, все, тихо, спокойно. Вообще жалею, потому что он не по-мужски поступил. Я ему предложил на голых кулаках. Давай, я, блядь, я не выйду из ринга, пока я с ним не встану, нахуй.
Давай снимай перчатки, без перчаток ебанемся, братуха. Хорош, в чем проблема? Выдохни, успокойся. У него стоит тайп, у меня стоит вин. Я ему сказал, давай будем на кулаках чисто. Он отказался, блядь. У него был кулак, у меня перчатки. Что, доволен, братуха? Айда, давай, продолжаем нам. Стой, успокойся. Снимай перчатки, давай без бинтов, нахуй. На бинтах давай с тобой, ебанёмся. Успокойся, выдохни. Не нужно на меня кричать, успокойся. Выдохни. Идем пообщаемся. Идем, успокойся. Я, может, успокойся. На 4-й секунде победил Омар Нуруддин. И знаете что? Я скажу «да» обоим. Да, обоим? Я пошутил. Не, ну на самом деле соперник тоже колоритный. Еще один бой с его участием точно надо посмотреть, неважно где. Я прокомментирую свое «да». Во-первых, красивый нокаут. Во-вторых, здесь бой был такой принципиальный. Вот этому пацану, если бы он проиграл, ему бы психологически было бы очень тяжело, потому что этот персонаж, значит, он бы его потом... Ну, загасил бы конкретно. Поэтому молодец. Поэтому да. Я не увидел боя, честно сказать. Как и все. Это как знаешь, как Майк Тайсон сказал, нужно 13 секунд для боя. 3 на сближение и 10 секунд на отсчет рефери. Я да скажу. Естественно, да. Вообще, откуда вы 18-летние такие беретесь, кабаны? Я вообще в шоке. Можно я спрошу вот ребят, которые в этом разбираются? Принципиальную роль сыграли то, что он с бинтами и перчатками, а он с перчатками, но без бинтов был? Все дело в том, что это делается по желанию. И Союз ММА России, он подтвердит мои слова. Я ничего организации не предъявляю. А кому ты ему предъявляешь? Я говорю то, что человек, почему? Он же знал с самого начала, что я с ним буду стоять. Почему он мне не предложил? Я вот себе руки тупил, давай себе тоже затыпил. Это то давай же самое сказать, что а почему ты ко мне не повернулся лучшей стороной, чтобы я тебя нокаутировал? Понимаешь? В данном случае... Вы видите это так? Нет, подожди, иначе. Стой. Есть определенные регламенты и правила. Нету нигде не написано, что кто-то должен тейпироваться бинтами, кто-то обязательно катманом. Я огромнейшее количество ребят знаю, которые во время профессиональных боев вообще не тейпируются. Они говорят, нам так неудобно. Это твое право, именно твое. Это не должно распространяться на твоего соперника. Вот и все. Спасибо. Благодарю. Спасибо. Всего хорошего. Поехали дальше. Первый у нас выходит Маздюк Дарина, 28 лет, рекорд 1-1, город Москва. Меня зовут Маздюк Дарина, представляю бойцовский клуб «База Видная». Я занимаюсь боями с 2007 года, всегда мечтала ими заниматься, с самого детского сада. Начинала с рукопашного боя, потом было самбо, дзюдо. Но основа базы – это карате кюкусинкай, 8 лет. Дважды выполняла кандидата в мастера спорта. Профессиональный рекорд на данный момент 1-1. Последний бой одержала победу в декабре досрочным нокаутом. Я пришла сегодня сюда, чтобы показать красивый бой на битве за хайп. Сегодня я буду здесь и покажу вам хороший бой. А дерется она против Анастасии Сухановой. Рекорд профессиональный 0-0. И это город Челябинск, детка. Непредсказуемая ситуация. Меня зовут Анастасия Суханова, мне 32 года. Я КМС по боксу в 2003-2005 годах выиграла первенство России по боксу. Я беременная увидела первые выпуски как раз ваши и подумала, неплохо было бы быть первой девушкой, которая выступит на битве за хайп. Дмитрий Валуевич! Главное правило знаете, не нарушайте. У вас 1 раунд, 5 минут. Покажите красивый и честный бой. Локти в голову в данном бою запрещены. Пожали руки по углам. В угол. Бабах! Нет, слышь, вот это вот в черном, когда выскочило, я думал, она меня... Бля, смотри, как... Быстрее въебала. Бля, мощный бой, кстати. Это пиздец. Ты смотри, она кулаками бьет так, как меня бьет жена. Давай, я ставлю касательно красный.
Все, я на красную ставлю. Ты на Маздюк ставишь? Да, да, я на красную ставлю. Я сказал... Так, давай, все, силы ушли у черненькой. О, хорошо! Красота! Красота! Умница! Тихо, по яйцам не бей! Бабах! Бабах! Дорабатывай! Челюха полетела! Челюха полетела! Хорошо, битва за хлеб пошла! Хорошо! Косарь, давай сюда, косарь! Первый бой за мной! Итак, минута 11 первого раунда. Нокаут. Победила Маздюк Дарина. Поаплодируем ей. Ну ты машина вообще. Ты ожидала, что выиграешь так зрелищно? Нет, не ожидала. А как ты собиралась выиграть? Бороться, биться в стойке? Показать красивый бой, поработать спокойно в стойке. Может быть, в партере. То есть пошла в рубку и все, не задумывай. Нет, почему пошла в рубку оппонентка, я уже только отвечала. Скажи, напор был очень мощный. Ты была так уверена в своих силах или хотела психологически подавить? Ну, 5-минутный раунд меня не устраивал, как бы, то есть я понимала, это сложно. Хотелось побыстрее это закончить. Как думаешь, почему не получилось? Ну, лаки панч был. Я даже не поняла, откуда пришел. Что скажут наши уважаемые эксперты? Ну, честно сказать, чтобы меня не обвинили в сексизме, я не особо большой любитель женских боев. Это сексизм. Жесткий, жесткий. Но ты у меня на канале, можешь себе это позволить. Я не видел ничего яркого. Да, здесь был нокаут, но не сказать, что... Обычно девушки не рубятся так, они боятся. А здесь они не боялись, шли вперед, очень жестко рубились. Мой ответ нет, я не увидел ничего яркого. Здесь просто соперник был сильнее один другого. В смысле, оба не проходят никуда? Ну, в моем нет. Вау. Я считаю, что бомба бой вообще, бомба. Вот о чем говорит у нас часто. Для народа женские бои, они бывают супер бескомпромиссные. Я тоже не раз признавался в том, что я не люблю женские бои. У них качество исполнения бывает довольно низкое. Но по эмоции, на самом деле, сумасшедший бой. Они, девки, просто рубятся. И сейчас в клетке, на самом деле, был хозяин. И еще скажу, даже вот в адрес проигравшей, я бы такой бой еще раз посмотрел. Камил, ты говоришь «да». Я говорю «да». То уже на Fight Night. Тёмыч. Здесь просто моя жена, но я скажу то, что у девушки из Челябинска хорошие формы такие, поэтому я бы сказал бы им обоим «да», потому что это было прикольно. Одна с характером, другая с характером, одна чуть поопытнее попала. Я бы сказал бы им двоим «да», и чтобы они прошли дальше. И дальше уже в битве за хайп попытались уже взять реванш, опытно набраться и там уже подраться как следует. Ну что, у нас получается два «да» у Маздюк и одно «да» у Анастасии. Поэтому проходит дальше Маздюк. Поаплодируем ей. Даже в профессиональных боях девушки дерутся поскромнее. Ну да, реально. Ты видел, она подняла и бросила, потом ему с разворота в челюху челюсть вылетает. Она ловит ее, назад вставляет и дальше добивает. Ты понял? И это все битва за хайп. Раунд! Че? Ну что, дорогие друзья, размялись, посмеялись, а теперь серьезно. Следующий боец – Владимир Лубко, Волгоградская область. Профессиональный бой 3-3, самбо. Давайте встречать! Меня зовут Владимир Лубко, мне 25 лет, я из города Калач-на-Дону. У меня база самбо-дзюдо, я вообще борец. Сейчас я выступаю профессионально, у меня уже есть 7 профбоев, 3 победы, 3 поражения, 1 бой не состоявшийся. Постараюсь показать зрелище, зарублюсь максимально. А дерется Владимир Лубко против Махмуда Меджиева. Город Грозный, 21 год, рекорд 2-1, боевое самбо-опыт. Встречаем! Я Меджиев Махмуд, возраст 21. Национальность чеченец, город Москва. Я занимался с 11 лет вот, греко-римской борьбой, потом перешел на вольную борьбу. Были достижения вот, в районных соревнованиях. Участвовал в профессиональных боях. Первого раза не получилось, вот посмотрим со второго раза. В битве за хайп я решил участвовать, потому что тут медийность повышится. В сегодняшнем бою я постараюсь показать зрелищный, красочный бой. Посмотрим, что будет в клетке. Парни, правила знаете, внимательно слушайте мою команду. У вас один раунд, 5 минут. Покажите красивый, главное, честный бой. Локти запрещены в данном бою в голову. Пожали руки по углам.
Пошел! Смотрел на красный, из тебя болею. Пошел! О, красота пошла! Так, а что за почки? О! Нет! Ты видел? Нет, ну это тот парень, который улыбался. Тот тип, который меня весь вечер доставал. Сейчас же не выйдет. Что делать сейчас? Уйди, помоги. Удушающим приемом на 43-й секунде победил Владимир Лубко. Спасибо. Да. Красава. Честно говоря, я думал, ты топ-модель и так чисто пришел. А так все думают обычно. Но это было круто. Мне очень понравилось. Спасибо. И хороший был удар. Это еще самое мало, что я показал. Угу. Бой прошел быстро. Спасибо сопернику. Достойный соперник. Можно я скажу, пожалуйста, своему родному городу Калач-на-Дону? У меня получилось так приехать, не было денег, как есть. Я выложил пост с поддержкой. И мне люди донатами покидали денег. И поэтому я здесь просто. Спасибо огромное! Это прикольно, огромное. Это прикольно. Красавцы! Люди просто! Парни красавцы, видите, не разочаровались, помогли, он выиграл. Молодцы. Когда ты его бросил, собственно, на пол, я думал, что все, ему конец. Как бы все преимущества закончилось в стойке. Что случилось? Дело в том, что у меня не было времени на подготовку, вот. Всегда работа, дом. Так получилось. Обязательно возьмем реванш, иншаллах. Все еще впереди. Спасибо. Спасибо. Что скажут наши эксперты? Ну, давай, говори одноглазый. Ну, что я могу сказать? Ну, сразу же видно, у парня энергия. Парень дерется, подрался в стойке хорошо. То есть не успел себя полностью показать свой боевой арсенал, но показал себя как личность для меня но лично. Но то время, которое было отведено, то время, было да, очень зрелищно. Которое было отведено, и я говорю ему да. Да, ему, конечно, сложно отказать. Я вообще думаю, где он в своем Калаче-на-Дону тренируется. У меня, то есть, нету команды никакой. Я тренируюсь вообще сам. У нас есть детская юношеская спортивная школа под дзюдо самбо. То есть я базовый самбист, но борец. Вот. Просто полюбил ему, решил в этом вырасти. Я надеюсь, у меня все получится. Я стремлюсь к этому. Во-первых, выиграл уверенно. Еще и история, сочинил он ее или это правда, как он сюда попал, как он сюда доехал. Есть свидетели, свидетели есть. Даже если он ее сочинил, все равно красиво молодец, звучит, поэтому я да, говорю да. Ты говоришь да. Все, спасибо, Камиль. Эдик. А на самом деле... Он не умеет бороться в стойке. Это очень ярко видно, потому что он сразу упал. То есть с технической точки зрения он просто схватил прием, он знал, что он его доделает, и он мог спокойно встать и продолжить дальше реализовывать свое преимущество в стойке. Мой ответ был бы нет, если бы не то, что он продемонстрировал, когда попал ему микрофон в руки. Мог не побеждать так быстро, Эдик, ты это имеешь в виду? Да. Он мог показать нам всю красоту, да? Но это опасно. Если я дальше пройду, вы дальше увидите красоту. Я обещаю. Все, у тебя вот три все «да». Все так говорят. Красава, поприветствуем еще раз и поаплодируем. Молодец. Красава. Добро пожаловать в битву за хайп. Спасибо. Ну что, полетели дальше. Вагон хайпа. Грибников Никита Михайлович. Москва. Профессиональный рекорд. 0-0. Йоу, встречаем его. Возраст. А, ему, если что, так на вскидку 24 года. Поприветствуем его. Зовут меня Гребенников Никита, 24 года, уроженец Республики Казахстан, проживаю в Москве. Базовый ударник, тайский бокс, выступал на любительском уровне. Пришел на битву за хайп больше для того, чтобы проверить себя. Проверю себя, дальше посмотрим, как все это дело пойдет. Желание бешеное имею, конечно, все это продолжить. А дерется Никита против Расула Гасанова. Махачкала. Рекорд 0-0. 20 лет. Поприветствуем его. Меня зовут Гасанов Магомед Расул. Я приехал из Дагестана. Мне 21 год. В детстве я занимался самбо, ходил на дзюдо. Особых достижений не добился. Больше особо ничего не занимался. Я сегодня пришел проверить себя. Жду от себя достойный бой. Надеюсь выиграть. Всем спасибо. Приятного просмотра. Парни, правила знаете. Внимательно слушайте мою команду. У вас один раунд, 5 минут. Покажите красивый, главное, честный бой. Пожали руки. По углам. Аккуратно,
давай. Не пошел. Дави, дави, не пошел. Дави, пошел, Майнкрафт пошел. Дави, давай. Вот так. Молодец, давай. Приятно. Спокойно. Дыхание сбивает. Молодец. Ничего не ломаем. Молодец. Работаем. 59-я секунда. Болевым приемом победил Расул Гасанов. Поаплодируем ему. Пожалуйста. Никогда не дрался? Первый раз дерешься? В клетке, да, первый раз. А какой-то опыт есть? Ну, в детстве занимался боевым самбо. Ну, уверенно болевой провел. Ну, повезло сегодня. А тренировался? Нет, 3 дня назад узнал. Ну, все получилось. Красава, мы тебя поздравляем с победой. Как дела? Че не так? Да нет, все кайф. Времени не хватило. Ага. Пауза большая. И еще второй руки запасной. Не, слышь, я чуть ее не сломали. Не оторвали. Он не сдавался. У тебя рука в другую сторону. Да, я знаю. Судья покрылся. Просто не хватило, ребят, времени. 2 года перерыв был. Большой. А какой опыт был? Пару лет тайского. И все. Так, ну, во-первых, поздравляю земляка, молодчик. Я рад, что такие ребята у нас есть в республике, которые не занимаются спортом, тоже могут просто увидеть, приехать, ну, просто подраться. Та же самая история, что и в прошлом поединке. То есть мы всего того, что он может показать, мы не увидели. В шоу сейчас делать нечего. А если захочет еще раз попробовать, то я считаю, что ему есть что делать в отборочном этапе, потому что ответы у него довольно такие, ну, непосредственные. Многие же любят говорить там, земляки, да, наши там. Я вот долго готовился. А он так, да что, говорит, 3 дня увидел, говорит, примчался. Интересный персонаж на самом деле. Шо, спасибо, Эдуард. Мой ответ нет. Красава? Да. Эдуард нет, Варданян. На самом деле, чтобы сразу все непредвзято относились ко мне, я могу сказать, что я бы сам не прошел, бы сам бы себе сказал нет, потому что у меня бои скучные. Они больше интеллектуальны, рассчитанные на победу. А здесь нужно ярко, здесь нужно проявить себя максимально. Пока слово не ушло к Артему, да, и есть возможность. Я вот, если ребята, которые собираются в клетку выйти чуть позже, если они меня слышат, да, они там есть несколько пар, то услышьте, это очень важно. Эти бои, они не попадают потом в официальную статистику, то, за что многие переживают. Покажите зрелищный бой, поднимите соперника снизу, попробуйте еще раз, потому что цена поражения, она не так высока. А вот цена того, что ты не показал зрелище настоящее, она высока. Ты приехал сюда, чтобы пройти в битву за хайп, а ты в нее не проходишь. Круто. Даже если согласен. Выиграл, да? Очень круто сказал, Камил, спасибо. Тёмыч. Я вообще хотел задать вопрос для начала сопернику. Для чего вы ходите в эту клетку, если вы не готовы? Ты меня не услышал, я не говорил, что я не готов, я сказал, что было мало времени подготовиться. Но это то же самое, это аналогично. Нет, это не то же самое. По сопернику я бы сказал да, потому что, ну, парень мне показался интересным, не успел раскрыться. Пацаны, смотрите, у вас, по сути, у обоих нет. Вы не проходите. Спасибо вам за участие. Спасибо тебе большое. А что, как? Нет, стоп, подожди, спасибо. Мы вообще никого не пропускаем? Нет, не пропускаем. Как это? Нет, подожди, ребят, а мы что, решили, мы никого не пропускаем? Ну, такое бывает, Эдик, в жизни. Давыдкин Максим, рекорд 2-2, 26 лет, город Москва. Поприветствуем Встречаем его! Меня зовут Давыдкин Максим, мне 26 лет. Я приехал с Карачао-Черкесской республики, поселок Архыз. Занимаюсь боями относительно недавно, не занимаюсь ни в каком клубе, занимаюсь исключительно для себя. Выступал в любителях, база ушу, сандо. На битву за хайп пришел исключительно за хайпом. А также еще себя хочется проверить, посмотреть на свои силы, на что способен, проверить свой характер. От сегодняшнего боя жду зрелищности, постараюсь показать все, на что я способен. Второй боец Сергей Черняев, Москва, профессиональный рекорд 1-2. Встречаем 27 лет этому бойцу. Понеслась?
Меня зовут Черняев Сергей. Я из города Одессы, из Украины. В Москве я проживаю с 2013 года. Лет с 15 я занимался тайским боксом до 20 лет. Являюсь финалистом первого сезона «Мясорубки». Как только я узнал про битву за хайп, это был первый сезон, я сразу понял, что я должен быть там, потому что это очень крутое шоу. Я думаю, в России это самое лучшее шоу, поэтому я здесь. Жду хорошего боя. Если пройду дальше, конечно, я буду делать хорошее шоу, стараться тренироваться и выкладываться на полную. Парни, правила знаете, внимательно слушайте мою команду. У вас один раунд, 5 минут. Покажите красивый, главное, честный бой. Пожали руки по углам. Минута 0,7. Болевым на ногу победил Давыдкин Максим. Давайте сразу дадим слово нашим экспертам. Я могу сразу сказать нет. Это нормально, это нормально. Мы были к этому готовы. Мне вопрос победителю. Что он принесет в битву за хайп нам? Характер. Но этого мало, мне кажется, для того, чтобы попасть в такое шоу. Буду идти до конца, несмотря ни на что, не сдамся никогда. Нет, характер есть, это важно. Но не для битвы за хайп. Я вот тоже на тебя глядя, могу сказать, что ты такой, знаешь, суровый атлет, который прям для единоборств. И прием, кстати, очень технически интересный. Это ущемление ахиллесового сухожилия, его давно никто не делает. Это значит, что человек реально понимает, что такое там борьба самбо и так далее. Я военный просто. Ну вопрос, это битве за хайп, это нужно или нет? А здесь же тоже была возможность. Я выпустил его. Ты, значит, увидел то, что я не увидел. Давай это по-другому. Скажи мне такую вещь. Человек приехал за победой. Вот, этот ответ вот для меня просто будет определяющим. У тебя есть выбор. Ты приехал, выиграл, но ты не попал в битву за хайп. Либо второй вариант. Ты проиграл, но попал в битву за хайп. Сделай свой выбор. Выиграл, не попал. Ну, все. Значит, с победой. Нет. Он крутой атлет, но он не для битвы за хайп. Значит, я говорю нет. А я говорю да, только после того, его ответов. Его можно раскрыть как персонажа, плюс это военный тоже, это определенная история. Здесь тоже есть над чем поработать, как над медиа-персонажем. Далеко еще, далеко, но есть над чем поработать. Как рука, Артем? Заживает, братух. Скоро все будет нормально. У нас получается 2 нет, 1 да. Что, голоса. Подожди, давайте попробуем, давайте пропустим его. Эдик, ты хочешь, чтобы он был или нет? Вы я посмотрел бы на солдата. Тоже, я вы можете посмотрел какой-то голос иметь. А пусть что-нибудь предложит. Ты можешь что-нибудь предложить? 5000. Интересное. Как персонаж, чисто визуально. Да. Вообще. Это солдат. Я из-за этого топлю сейчас, как бы. Это не просто не какой-то Вася. Понимаешь, таких военных, как в Текине, он один такой там. Ну реально. Ну что-нибудь скажи нам такое, а чего нам бы захотелось сказать? Чили не чи, скажи ему. Чили не чи. Если дадите работать, я буду работать. Я не буду сейчас выпрашивать что-то. Мне как бы это делать не хочется. Мне не позволяет мое воспитание, моя гордость. Место, откуда я приехал, моя родина, Карачаево-Черкесия. Нас там воспитывают не сдаваться. Никогда не сдаваться и не выпрашивать вот ничего. Это. Эдвард, у меня он убедил. Убедил? Да, он, да. Ну, да, да. Все, ну, хорошо, ты проходишь, тебя. Мы тебя поздравляем. Йо,
Следующий боец. Денис Первомайский. 24 года. Профессиональный рекорд. 1-1. Давайте встречать этого парня. Йо! Первомайский Денис. Я с города Ташкента, с Узбекистана. Мне 24 года. Я базовый борец и могу поработать и стойки. Профессиональных боев нету, но есть опыт на улице. Я пришел сюда, чтобы заявить о себе. И после сегодняшней победы я хочу подраться с тремя ребятами. Это Адам Исмаилов, неплохой боец. Масхаб Тамаев и Хизир. Я покажу себя здесь, я буду один из лучших. А дерется Денис против Романа Архафта. Рекорд 2-0, 22 года, город Красногорск. Поприветствуем его. Меня зовут Архафт Роман. Я из города Красногорск, из Азербайджана. Я занимался кикбоксингом на протяжении 5-6 лет. Являюсь мастером спорта России. Я очень рад, что меня сюда пригласили. Как бы это как бы мой шанс, грубо говоря. Я завязался спортом, потому что у меня была травма. И потому что, ну, хотел заниматься спортом и за это зарабатывать деньги. Спасибо большое проекту «Битва за хайп» и Амирану Сардарову. Парни, правила знаете, внимательно слушаю мою команду. У вас один раунд, 5 минут. Покажите красивый, главное, честный бой. Пожали руки по углам. О, хорошо! По яйцам, красиво! Не было по яйцам, не было по яйцам. Не, ну он попал там рядом с яичком. Там рядом, 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 рядом. Ну, да. Блин, стряхните ему ноги кто-нибудь. Да. Долго все будет, нет? Понеслась! Еще раз, ее же. О! Еще раз то же самое. Блин, неприятно. Неприятный удар. Ай-яй-яй. Красавчик. Вот уже что-то. Ну, наконец-то. Наконец-то. Не надо вот это вашего. Хорошо. Не, удар Супермена пошел. Это... Да, 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 да. Хорошо. Как ты издеваешься? Мне тебе поможем. Очень ритмичные мячики. Не-не, хорошо, не, я не ожидал. Слышишь? Давай активнее, активнее работай. Амиран, я не буду. Тихо, не, хорошо. Такой клюк, знаешь? Это уже интересно, пацаны. Можно колени брать? Конечно, можно. Локтями нельзя. Вот я же не буду. 9 минут колени. Увернулся от удара. Блин, удар Супермена! Монстр хилл, дабл хилл. Они мне нравятся. Нет. Выдохни, все, уже воздуха, воздуха. Давай, давай, давай. Хорошо. Красавчик. Давно такого не видел. Давно не видел, реально. Давно. Ай-яй-яй. Обозначь борьбу и вставай. Да. Обозначь борьбу, обозначь и вставай. Дай его на коленке сядь. Хорошо. Ай, красавчик. Сейчас будет тесто, да? Да, да, давай как за гаражами, стойки. Скучание это сдача. Как за пиво. Давай, погнали! Давай активней! Не, прикольно, давай, вот это интересно. Давай, я даже не знаю, кто пройдет, ну реально. Давай, бэкфист. Я наработался. Не, не факт. Давай, давай, давай. О! Не, вот такое не надо. Нормально, ты уже понял, шоу пошло уже. Давайте, 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 ребят. О! Красота! Хорошо. Блин, опасные парни, реально. Красотища, да, красотища? Вперед, 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 вперед! Бери в охрану. Одеяло можно. Красота. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Растелся, ты супер, друга. Давай, 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 давай! Рубка месива, мясорубка. Ооо! Сотово залил ему. Вот это уместно, уместно. Да, да, да. Давай, давай, добивай, добивай, добивай. Давай, давай, давай. Раскрылся, да, Марси? Но он не хочет, он чистый результат. Он бы меня выиграл. Мужчина! Он бы меня выиграл, реально. Короче, я нормально, если Амирану вызов кину. Давай, давай, концовочку, концовку! Давай, давай, кидай! Давай,
Давайте, время идет. Давайте, заканчиваем, время идет. Показываем бой. Порубимся. Бой показываем. Рубимся, парни, бой показываем. Время идет, будет сложно. Еще. Давай, давай, мужики, красавцы. Давайте, поддержим. Пацаны, что? Давай, надо концовку собрать. Это не вы, не шутки. Это в натуре нормальные бойцы. Они бьют. Одинаково. Они устали. Видишь, вот такой, с руками. Без колена в голову. Работаем, концовку делай, давай! Понесла! Все, концовку, давай, дерей! Пошла концовка! Давай концовку, сколько там осталось? 10 секунд! Давай! Концовку! Раздельным решением судей победил Роман Архафт. Это на самом деле тот случай, когда результат не имеет значения. Ну, кому бы не подняли руку, ну, действительно, такой довольно равный бой. Я с судьями соглашусь в данном случае. Но они показали то, что они нас слышали или не слышали, или там сами такие. Они как раз показали то, что мы хотим. Зрелище, да. Шоу. Да, причем это же вес какой. Ребята, наверное, по 90 с чем-то, по 100. Да? По 100. От одного удара может любой упасть. Они вообще не осторожничали. Поэтому я считаю, они оба должны пройти. Я считаю... Мужчины! И я думаю, что Коля Данилов где-то в сторонке закурил. А он не в сторонке, он вот здесь. Не, им надо потренироваться, им надо набрать там чего-то еще. Но они могут составить конкуренцию. Потенциальные такие, да. Что скажет Эдуард Варданян? Не согласен он, что? В корне вообще не согласен с Камилем. И я объясню, почему. Да, безусловно, они молодцы, что они услышали. Но... То, что они услышали, они себе же сделали и хуже. Вот ты говоришь, что ты хочешь с Колей Даниловым подраться, но ты уже на второй раунд с трудом бы вышел. У тебя полностью функционал закончился. Я закон первого печата, я делал первый раз после травмы. Еще у вас есть, Хусейн Адамов, да? Как вот ты против них будешь драться? Или ты сразу на Эдуарда Германского нацелен? Первый раз за год я попробовал себя в ММА. Во-первых, за всю жизнь даже, не за этот год. А за этот год я впервые одел постравму вообще перчатки. То есть пригласили, я такой... Возможно, я отказался, потому что я ушел из спорта из-за травмы и из-за финансов. А Амирам может, то есть решил мой вопрос в плане того, что я могу делать то, что я люблю, показывать это зрелищно, хайпить, зарабатывать, то есть делать то, что я люблю, и на этом зарабатывать. Я не вижу тебя против профессионального бойца, против тех бойцов, которые есть у Амирана в ростере. Это первое. Второе. Второй боец вообще бороться не умеет. Его переводили очень легко. Вы это слишком, школа Алексея Прокофьева. Вы слишком делали это наигранно, поняли фразу... Покажите шоу. Шоу. Поэтому нет. А Камил говорит обоим я да. Я не вижу, что они дальше могут претендовать на смотри, лучшее. Я же так хорошо в ММА не разбираюсь, как Эдик. Поэтому он все время говорит нет. Я все время говорю да. А этот человек, он вообще исключительно с точки зрения кинематографа. Правильно? Тём, давай, тебе слово. Скажи свое режиссерское. Я скажу свое режиссерское слово. Два больших, крупных парня, вот. Как бойцы, ну, такие средние. Как персонажи, да, интересные. Обоим говорю, да, вы проходите дальше. Ты что думаешь? Извините, у меня просто не видите по той причине, то, что я в наихудшем своей форме, которая у меня когда-либо в жизни была. Если бы вы видели меня 7 месяцев назад, вы так бы не сказали. Я бы за 5 минут даже не задышал бы. Этого. Тебя пропустили, можешь продемонстрировать это, понимаешь? Все, что ты сейчас скажешь, будет использовано против тебя, понимаешь?
свои слова в ответе, то, что я говорю. Вот, все, давай, дальше. Спасибо действуем. Вам большое. Ты рад? Ты проходишь. Да, да, да. Давай. Я стремился к этому очень давно. 2 года, наверное, себе написывал. Ты случайно не тот человек, который пишет всегда в комментариях, дайте мне подраться с Асхабом Тамаевым? Да, я писал с Асхабом. Это ты, да? Я хочу с Адамом Исмом. Неплохой бой получится. Ты уверен, что вывезешь? Конечно. Ну, дайте мне подготовить 3 месяца. Читай, это подготовка 4 дня. Что ты думаешь насчет пропуска обоих? Я согласен. И да, большое да. спасибо. Я хочу сказать своей родине, Узбекистан. Я горжусь этим, что я родился там, но я русский. Спасибо большое. Спасибо. Поздравляем вас, ребят. Вы дальше проходите. Молодцы. Молодцы. Я не увидел здесь яркости, я не увидел здесь харизмы. Я говорю, нет. Вот бой немножко такой детский. Во время боя и Камил, по-моему, и Эдуард, и я все успели залезть в телефон. И я думаю, зрители тоже видели, что этот бой был не очень интересный. Готов! Готов! Первый раунд! Очень опасно вот этот цирк. Пацаны, вставайте, вставайте, вставайте. Вот эти вертушки, полеты все, это все не то. Поаплодируем. Я говорю, нет. Но здесь просто Мураду с соперником не повезло. Ну, нам неинтересно было, я тоже соглашусь. И никто не смог проявить себя, поэтому нет. Руслан Хуболов, 22 года, рекорд 2-0, кабардинец Нальчик. Давайте поприветствуем его. О, Русин, давай! Хуболов Руслан, я с Кабардино-Балкарии, город Нальчик. Проживаю в Москве, 22 года. Я занимался боксом 8 лет. Сейчас занимаюсь смешанными единоборствами. Выступаю по профессионалам, рекорд 2-0. Пришел в битву за хайп, показать себя, выйти на главное шоу. Желаю всем участникам удачи и зрелищных боев. Следующий боец, против которого будет драться Руслан, это Никита Лесип, Москва, 22 года. Встречаем, парни. Йоу! Меня зовут Никита, я из города Москвы, мне 22 года. Спортом я занимаюсь давно, там начинал с футбола, потом перешел в боевые единоборства, это кудо, все на любительском уровне. Выигрывал такие незначительные соревнования, самая такой студенческой лигой, и тот кое-как. А вообще, я смотрю битву за хайп, интересно, тут участвуют знакомые, вот, и как-то мои друзья говорили, поучаствуй, попробуй, тут я так решил заявку отправить, думал, ну мало ли прокатится, мало ли нет. Ну вот, и так все получилось, надо попробовать свои силы. Парни, правила знаете, внимательно слушаем мою команду, у вас один раунд, 5 минут. Покажите красивый, главное, честный бой. Пожали руки по углам. Красавчик. Я бы с таким не хотел сцепиться. Не хотел бы я с таким Гарри сцепиться. Это очень отлично. Очки слетают. По чуть-чуть очки слетают. Видно, по чуть-чуть. Близко, 14-2. Может, опечатку может? 4-2. О! Да. Стойка. Давай. Суета начинается. Он выжидал. Суета. Он тупо выжидал. Суета.
Никита, руки выше! Две минуты выжидал, потом понял, что вернись! Нормально, нормально! Отлично! Мне нравится вот этот парень! Выше руки! Я его забираю, по правду, мне нравится! Вот это хорошо! От него кажется моя... Плохо отдел с коленом! Как в игре! Давай, Никита, терпи, он уже все, вздыхает! Давай, давай, близко, близко! Отойди, отойди, точку сделай! Хорошо! Не, молодец, Вазуха! Если кто, скидаем! Ой, отлично! Бойцы, бойцы самые настоящие! По яйцам, а лобби пошел, 5 минут, хитрый ход! Отдышались! Сейчас отдышится! Задняя сальто и вертух как раз. О, вот, ну, это было близко, близко было. Ну и то, но и то. Но не то. Ну и это как ставка, знаешь, близко было. Рядом, но другая остановка. Да, да, депо близко. Понимаю, больно, неприятно. Ну а что делать? Ой, побрили, побрили. Вот, не, ну это уже все, конец. Русланчик молодец, хороший боец. Не ожидал, но сам вообще. Сам захожал в партер, хороший боец, да? Хороший боец. А, блин, вообще не ожидал, да? Да. Абрам Линкольн победил. Красава, братан. Технический нокаут. 3:09. Руслан Хуболов. Хочу сказать одно. Сам не ожидал. Бил хуйзнист. Я говорю, вызывай сразу его. Кто следующий? Давайте с меня начнем. Я скажу наконец-таки да. Но не победителю, да? Но не победителю. Не, я скажу победителю. Действительно, он вышел, он был уверен. И его фраза, она очень актуальна. Поэтому да, однозначно. Давайте поаплодируем медику за да. Это просто, я думал, мы не дождемся уже сегодня, да. Я скажу, что и тот, кто проиграл, большой молодец. Потому что соперник у него был опасный такой победитель. Бьющий, с рук и с ног. А он не стушевался, подрался, молодчик. В принципе, вот такие ребята, они битву за хайп на новый уровень поднимут. Я говорю да, естественно, но я поднапрягся, честно. Да, я говорю да, но надо сказать, что у тебя будут серьезные испытания. То, что ты сейчас показал, тебе сразу будут интересны соперника давать. Просто 25-го бой был, не успел до конца восстановиться. А так буду показывать еще следующие бои. Супер, круто. Тёмыч? Ну что, да, да. Круто, поздравляем тебя, молодец, от души. Давай. Спасибо за участие. Следующий бой. Первый у нас выходит Давид Арутюнян, 24 года, рекорд 0, Смоленская область. Меня зовут Арутюнян Давид, мне 24 года, я из Смоленской области, город Ярцево, по национальности я армянин. Занимаюсь 15 лет боксом, были маленькие промежутки, вот недавно, уже в течение 2 лет, занимаюсь максимально боксом, но и вот недавно выступил в 2019 году по ММА Смоленский, занял первое место, 2 боя досрочно выиграл. Если честно, хочу быть известным, поэтому я и выбрал битву за хайп. Прямо сейчас, за 3000 километров, прямо с Новосибирска, Демарчук Владислав Константинович, боксер! Между прочим, профессиональный рекорд 0:0. Но! Давайте встречать его. Это тот парень с «Форсажа». Йоу! Демарчук Владислав, мне 26 лет, я из города Новосибирска, город Искитим. Занимаюсь боксом где-то 4 года на любительском уровне. Нигде не профессионально я не выступал. Пришел я на битву за хайп ради хайпа. Для чего же сюда еще идут? Ехал на поезде 2 дня, и вот я здесь. Парни, правила знаем, не нарушаем. У вас 1 раунд, 5 минут. Локти в голову запрещены. Пожали руки. По углам. Ой, без жести, парень.
Аккуратно. Похоже, я второй раз. Да дай, подожди. Не сильно. Ну, ради бога, пожалуйста. Ради бога. Ну давай без жести. Давай без жести. Поработай, как на красоту работай. Он уже не смешно ему. Жалко. Я честно скажу, клянусь, я не хотел, чтобы он вообще дрался. Смотри, он что-то пробует. Все, пизда. Не убивай. Да. Не убивай, пожалуйста, я попросил. Ну слегка, ну куда ты ему в челюху летишь? Ай-яй-яй, ну не надо. Работа. Дай ему как по мешку по тебе поработать. Чисто понял, типа на тренировке. Да. Нет, наоборот, я говорю. Полуокеру. Да, полуокеру дайте поработать. Мужик, молодец. Он не зассал, это главный плюс его. У него проходит битва за хайп. Красавчик, ты прошел. Давай, есть, я пришел. Ты прошел сразу, я тебе говорю. Полуокер, почти побеждаешь. Почти выиграл. Не надо его, пацаны. Пацаны, он дерется. Он хоть не сыт, он бьет. Он дерется, красава. Тихо. Все, сильно не гаси его. Молодцу. Дай ему отдохнуть минуту. Я еще в фильмах сниматься, поршать. У него с головой не в порядке. Да, он. У кого? Давида. Чуть. Так это же нужно. Конечно, нужно. Какого угла? Левого? Да, справа. Справа у него а это не да. Это, конечно, нужно. Вы же видите, у него чудеса? Ну да. Он не всем вечен. Да, реально? Ну, видно. Бешеные глаза. Все там. Не, он молодец. Продолжай, красавчик. Не бей в эту сторону. Бей в другую ногу. Все. Да ладно. Блядь, карбон, не тарахти, блядь. Какой перелом, блядь? Типа просто зубы вылетели. 2:15 техническим нокаутом выиграл Давид Аратюнян. Пожали руки. Да. Смотришь, когда на Ютубе, да, и лежишь такой, думаешь, блин, да что там дастся фигня какая? Да. Кто не умеет так же драться, как он, не пишите Амирану на почту. Красава! Я на своей шкуре это проверил. Неприятно, да? Если вы мне скажете, да, я выиграю, я тебе сам, я тебе сам въебу. И скажу, ты не поедешь туда. Красава. Чем ты занимаешься? Я работаю сейчас в гараже 54. Серьезно? А кто это? Где? Это, кстати, это на Ютубе канал, они занимаются автомобилями. Очень необычный. Да, типа очень как Пол Уокер, да? Да. Серьезно? Прикольно. Если бы он, вот реально, вот по факту, многие согласятся. По его уровню, если бы он умел хотя бы чуть-чуть драться, вот реально мог хотя бы как я там двушку дать бороду, хотя бы, я бы его 100% затопил бы за него за битву за хайп. Но он вообще не умеет драться, к сожалению, реально. Зато он, слушай, целеустремленный, попадает на все шоу, где не стоит быть. Вообще. Спасибо за представленную возможность, что дали выступить. То есть я тоже боксер, лоу-кики только сегодня я пробивал. До этого я нигде не пробивал. Серьезно. Увидел, что слабая зона, и все. Ну вот смотри, мы сейчас просто увидели на фоне двух персонажей, да, как теряется, допустим, боец, который бы выиграл. Но, к сожалению, тот человек, драться не умеет. Вот. А тот, как персонаж, не интересен. Поэтому я говорю нет. А почему Давид не интересен? Давид, ты почему не интересен? Я не могу понять, это надо спросить, он у человека, я не знаю. Когда боец, ты хорошо подрался, показал хороший бой, но я бы тебе не сказал, да, как представитель шоу. Я понял. Ты согласен? Да я, конечно, не согласен. Просто ну так не согласись. Тебе есть что сказать? На что именно? Что он говорит, что ты не персонаж для битвы за хайп. Скучноват. Это так это или почему нет? Он взял за по одному бою? Или хорошо. Что я должен был здесь после тогда боя? Спорь. Почему нет? Скажи, что ты должен быть там. Почему? Подкрепи факты какие-то. А что я могу больше сказать? Не, ну скажи, что дайте мне другого бойца, скажи. Я покажу вам бой. Можно и другого бойца, конечно. Так и говори. Я говорю да. Вот ему. Почему? А мне на самом деле нравится, как он, знаешь, двигается и т.д. и т.п. Ну, на самом деле он колоритный персонаж, я за ним буду следить. Здесь просто вышел маньяк такой, знаешь.
который реально хотел кровожадности. И он ее продемонстрировал, ты понимаешь? Ты говоришь, да, ему. А не избил. А, да, я говорю, да, потому что это то, что тебе и нужно. Понимаешь? Это то, что и будет заводить. Такое животное. Да, именно животное. Ну что, мы тебя поздравляем, ты проходишь дальше битву за хайп. Красава. Животное. Да, я тебя поздравляю, ты просто проходишь вперед. Кайчакаев Рашид, рекорд 6-2. Город Махачкала, 23 года. Встречаем его. Меня зовут Кайчакаев Рашид, мне 23 года, я из города Балашихи, по национальности я кумык. В единоборство я пришел в 15 лет, начал заниматься армейским рукопашным боем, дошел до мастера спорта, потом перешел в ММА. Выполнил мастера спорта по боевому самбо, по универсальному бою международного класса. Профессиональный рекорд – 6 побед, 2 поражения. На битву за хайп я пришел ради интереса. От сегодняшнего турнира жду хорошего боя, чтобы меня отобрали, и я дальше мог выступать. Прямо сейчас, прямо с Костомукши, Никита Прытков залетает сюда. Профессиональный рекорд 1-1, 27 лет. Давайте встречать этого бойца. Меня зовут Никита Прытков, мне 27 лет. Я приехал из города Санкт-Петербург. Занимаюсь единоборствами 7 лет. Я кандидат в мастера спорта по дзюдо самбо. Выступал по различным видам единоборств. Имею профессиональный рекорд 1-1. На битву за хайп пришел показать себя и выиграть турнир. Давайте покуражимся, покажем красивые бои. Парни, правила знаете, внимательно слушаем мою команду. У вас один раунд, 5 минут. Покажите красивый, главное, честный бой. Пожали руки по углам. Бой. Сразу 5 секунд и конец. Как рука? Вот и соперник для солдат. Для солдат или для Линкольна? Ты зачем руки отрываешь? Неприятно. Ай-яй-яй. Я так на физкультуре, помню, потянул. 49-я секунда. Победа болевым. Рашид Кайчакаев. Поаплодируем ему. С кем работаешь? Я тренер. Серьезно? Да, я тренирую детей. Это даже не написано. Ты еще и детский тренер? Да. По какому виду спорта? Армейский рукопашный бой. Вопросов нет. Я не могу не свести их с солдатом. Да все. Я, мне кажется, не успокоюсь. Да. Кого ты хочешь? Солдата против моей воли пропустили. Да? Солдаты Рашида. А ты готов с ним через 5 боев? Через 5 боев. Нога травмирована. Смотри, все бегают, от солдата бегают все. А какой вес? 84. Солдат получается 93, да? Да, забудь, он не будет. Против меня 91. Да. Нормально, они подходят друг другу. Ну, у него травма, правда, хромает. Не, я понял, я имею в виду про битву за хайп, поэтому... Не, да, ты про битву за хайп, а я про попадание на битву за хайп. Невозможно человеку отказать, когда он 3 вертушки кинул, там, маваши ударил и так далее. Не, но... мой вердикт, да. Сим, конечно, хотелось бой немножко подольше посмотреть, но, как бы, у Никиты, к сожалению, чуть позднее зажигание. Да, нет? Я да говорю. 2 да уже есть. Тёмыч? Чё, мой любимый прием? Давай. Рычаг, вот. И видно, что на
голову выше, вот, тоже интересный тренер, тоже можно слепить историю, то есть для битвы за хайп подходит, я считаю. Да, я уже вижу кучу детей вокруг, и Рашид стоит такой милый. Так и есть. Так и есть, да. Детский тренер с Балашихи, да? Да. Три «да». Поздравляем тебя, Рашид. Молодец. Спасибо. Я говорил, не зря подписал. Мы продолжаем. Следующий боец у нас Ислам Лабазанов. Рекорд 2-1. Город Грозный. Встречаем. Я Лабазанов Ислам. 16.03.2000 года рождения. Представляю клуб «Ахмат». Проживаю на территории Москвы довольно давно. Сам с Чеченской республики. Сначала я начал с вольной борьбы. Смешанное единоборство. Я перешел года 3 назад. Провел первые свои соревнования в Москве. Это было 3 года назад. На данный момент мой рекорд составляет 2 победы и 0 поражений. От сегодняшнего боя как минимум ожидаю победы своей. Посмотрим, что получится, то и будет. Ребята, этот парень спасает вам жизни. Каждый день он следит за каждым из вас. Если вдруг что, он уже прямо тут и сейчас. Этот парень работает в МЧС. Это Угрюмов Александр Сергеевич. Кикбоксер, профессиональный рекорд 0-0-0. Но очень много любительских боев. И я уверен, он покажет что-то. Встречаем его! Я Угрюмов Александр Сергеевич, мне 26 лет. Я из России, город Архангельск. С 14 лет я занимаюсь кикбоксингом. Являюсь кандидатом мастера спорта по кикбоксингу, кандидатом мастера спорта по рукопашному бою, кандидатом мастера спорта по армейскому рукопашному бою, мастер боевых искусств по кикбоксингу. Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня. Мы это сделали, дальше все дело за мной. Как сказал Амиран, кто побеждает, тот идет вперед. Поэтому я пришел на битву за хайп. Парни, правила знаете, внимательно слушаем моей команды. У вас один раунд, 5 минут. Мне нужен красивый и честный бой. Пожали руки. По углам. Вставать, парни. Стойте, парни. Стойте, парни. Вставайте, пацаны, вставайте. Вставайте, Амиран просит. Вяло, вяло. Все просят. Все корня. Газ. Да ничего. Встаньте, держитесь как мужчины. Да встаньте. Поднимайся, поднимайся. Сразу о, именно поэтому мы предлагали три контракта. А перкот, делай, перкот. Удар в челюху был слабый. Все, ну тут удушение пошло. Спасай шоу, МЧС. Ай-яй. Вытащи голову. Активность! Активность, парни, либо встань. Блять, неприятно. Но силы он тратит от чести много. Я сегодня с Тарасом боролся, понял, я так устал. Ну, типа держать, просто держать. Хотя у него мощи хватает держать. Давай, пошел, рубка пошла, МЧС!
Давайте встанем, парни. Ай-яй-яй, прям по коже ударил. Прям по коже. Встанем? Не встает? Вот, закрепи ноги. Вставай с ним, посетки. Не-не, он не даст ему руки на ногах, руки его. Ну, типа, нереально. Не, ну надо вставать, это такая... Обе ноги себе под зад. Дай хорош. Ноги под зад. Ай-яй-яй-яй-яй. Опа. Отвернись от сетки. Еще поработай руками. Вставай. Обойди гард. Нет. Давай, обойди гард. Встаешь? Что такое? Работаем. Бей, бей, Ислам, бей. А что? Что он говорит? Я не сдаюсь. Типа то, что не защищен. Давайте встанем, парни. Парни, давайте встанем. Там непонятно, что никто не пройдет, парни. Так никто не пройдет, парни. Единогласным решением судей победил Ислам Лабазанов. Я говорю нет, потому что я считаю, что в битве за хайп зритель ждет другого. Для меня этот бой спорный именно для битвы за хайп. Но для поединка однораундового, безусловно, выиграл... как тебя зовут еще раз? Ислам. Ислам 100% доминировал. Может быть, вот Угрюмова не выключать пока? МЧСника, да. Может быть, ну, если все скажут сейчас нет по поводу него, или мы его не берем, то попросить его еще разминаться, продолжать. Вдруг кто-то в бою с ним больше, может, хотел... А он хочет? Если он хочет, это же шанс. Подраться с кем-то еще. С кем еще-то подраться? Нет, мы пока этого не знаем. Да, может быть такое. Вдруг такой вариант появится. Вдруг какой-то пацан, как и ты, будет на грани. И мы скажем, поделитесь, пацаны. Мне этот парень понравился. Я вижу его, что его можно раскрыть, у него есть потенциал. Он говорит сразу «да». Я Эдика по поводу Угрюмова не услышал, по поводу МЧСника. Я говорю, что мне тоже нравится стиль этого пацана, бэкграунд его и так далее. Но я считаю, что ему нужна проверка в другом бою. Но еще Эдик не сказал. Эдик сейчас может сказать «даже», я правильно понимаю? Кому все? «Да»? Пожарному? Да. Да не, я Ислама вытягивал. А ты, Амиран, давай вот мне твое мнение интересно, ты что скажешь? Я не прочувствовал. Гасанов Роман, 0-1, город Дмитров, прямо сейчас залетает вот в этот восьмиугольник и показывает прибыль. Встречаем бойца! Меня зовут Гасанов Рамис, родом я из Баку, 19 лет, занимался боевым самбо. Мне всегда нравилось, нравился рукопашный бой, борьба. Битва за хайп дает такую возможность попробовать себя проявить как-то, получить какие-то эмоции. Сюда может попасть каждый. В первую очередь я жду от этого боя эмоции, хочу проверить как-то себя. И если, конечно, получится, то покажу яркий бой и пойду дальше. Рома дерется сегодня против Александра Кочина. Рекорд 3-1. Город Санкт-Петербург. Меня зовут Кочин Александр, я из Санкт-Петербурга. Мне 26 лет. Профессиональных боев не было, по любительским давно выступал. С детства занимаюсь спортом, регалий никаких нету. Все для себя. Пришел на битву за хайп для настроения, для знакомств с новыми людьми. Спасибо Амирану за этот проект, за то, что помогает большинству спортсменов показывать себя и продвигать в спорте. Спасибо. По углам. Push myself to my limits, I'm in it to win it. Forget the beginning, it's now that you're living. Don't be forgiven, don't fear what you're missing. A mind like a killer, you need to be driven. 10 steps ahead, you prepared in the head. Think this shit through or just wing it instead. I'm tired of working so hard for this bread. I'm hungry as fucking fucked up in the head. I'm sick of these lazy bums, they all get nothing done. Waiting to have someone take care of everyone. I don't need anyone, this shit ain't any fun. It takes a lot to make yourself a penny, son. Yeah!
Я не могу сейчас сказать «да». Очень сложно дать ответ, резюме по человеку, вердикт. На фоне боя, который, ну, по сути, там, решал другие задачи. Но я соперников не выбирал, ребят, как поставили? Как? Если он выиграет у МЧСника, то да. Ты готов прямо сейчас? Водичку чуглотнуть и готов. Минут. Три минуты. Что? Три минуты, три минуты, да. Хватит? На ударки. Да, на ударки, без борьбы. Ну, давайте. Все, давай. Ну что, дорогие друзья, мы даем второй раунд проявить себя парням, которые хотят тоже в битву за хайп. Три минуты. Дополнительный раунд. МЧСник против Кочина. Давайте выясним, кто сильнейший и кто идет дальше в битву за хайп. Парни, правила знаем, не нарушаем. У вас один раунд, три минуты. Мне нужен красивый и честный бой. Пожали руки по углам. Понесла. У нас тут доп раунд и три минуты именно в стойке. Лучше отдохнул. Ой. Именно в стойке бой пошел. Хоть бы, хоть, пожалуйста. Давай, так, 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 давай без этих, без приколов. Без приколов, МЧС. Хороший удар. Хороший удар. Представь, у тебя шланг. Ты тушишь пожар. Пошел. Ему тяжелее. Я понимаю, тяжело, понимаю, но цена всего этого. Именно вот этот раунд. Он решает сейчас. Так, он решает. Давай. Тихо. Нет, ну это лишнее. Ты меньше, не забывай. Ты меньше. Навыки МЧС. Ай. Да. Пошел, у меня руки вспотели, как будто бы это я там, у меня руки вспотели, я тебе говорю. Нужно спасти котенка. Да, пошел. Ай, ну пожалуйста. Отлично, пошла рубка. Рубка пошла. Держись, братан. Ой, за тебя. Держись, братан, за тебя топим. Держись. Не сдаваться, не отступать и не сдаваться, братан. Не отступать и не сдаваться. Давай, до конца. Опа, хороший удар. Да нет, все знают. Пошел, до конца. Пошел. Все, поплыл. Давай. Держись, братан! Давай, концовку! Ой, не, 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 добро, пожалуйста, хоть бы. Еще концовку. Держись. Осталось-то? Время. Пошел. Давай, пошел. Удар. Понимаю, тяжело, но надо ударить. Крайний. Понимаю, сил нет. Пошел. Четыре удара сделай. Пожалуйста. Да, еще разок. Разочек, ты попал. Он плывет, но делает вид, что не плывет, но он плывет. Это хитрый маневр. Какие ноги, пошел руками. Да, еще. Блядь, нет. Еще! Бей! Блин! 20 секунд! Давай! Пожалуйста! Давай! Нет, не падать! Не падать! 20 секунд! Не падать! Нет, не падай! Не падай! Нет, пожалуйста! Пожалуйста! Не падай! Нет! Нет, давайте пропустим его, Амират. Разногласным решением судей победил МЧСник Угрюмов. Кубанчик. Ну что я могу сказать? Я не мог отказаться. Нет, это крутой бой. Это реально, я топил за него. Я реально собрался уже домой, все. Ну куда, назад? Куда? Сдаем белье, выходим. Ну, предложили бой. Что скажешь? Хочу сказать большое спасибо сопернику. Он дал тебе раскрыться, кстати. Да, Владик. И в то же время я ему дал шанс, он проходит дальше, ты молодец большой. Так бы, если бы организаторы не дали этот шанс, парень бы не прошел, я бы не прошел. А так, может, где-то не раскрылся, очень давно не выступал. В клетке первый вообще раз. Что скажут эксперты? Я... Пацаны. Бы сказал, не я бы, а я говорю обоим да.
Сейчас объясню, почему. С МЧСником все понятно. Для него это было условие, и он это условие выполнил, и он прошел дальше. Теперь по поводу оппонента. Да, разные габариты, но помните условия, да, что они не боролись. И когда нет борьбы, габариты уже не имеют такого большого значения. Потому что он имел дело все-таки с более скоростным, с более скоростным и, давайте прямо скажем, с более высококлассным оппонентом. Чисто если мастерство взять. Это был очень равный бой. Это раздельное решение судей, в конце концов. Поэтому я говорю обоим да. What do you think? I think MCS-ник go to the top and his opponent go to the top too. Really? Good, thank you. Я тоже выйдусь и скажу аналогично. Ну, круто, вообще неожиданно. Кстати, мы не сговаривались. Мы вот так смотрели бой и даже не успели пообщаться. Молодцы, поздравляю. Красавцы. Мужики, у вас 5 минут. Вы должны эти 5 минут порубиться, показать свой характер. Покажите крутой бой. Мой ответ – нет, нет и еще раз – нет. Да, я говорю, да. Однозначно да, и про такие бои я и говорил всегда.